Традиционный фестиваль «Вместе мы, добровольцы Алтая», как и полагается, начался с гимна. Его участники знают наизусть, ведь многие из них занимаются волонтерством много лет и не пропускают ни одного события. Мы уже сдали около 230 пар носков за прошлый год, отправили на Донбасс. У нас есть проект, который называется «За чистоту города. Мусора больше нет». Мы каждый месяц сдаем разделанный мусор. Однако, чтобы создать хорошую среду вокруг, нужно не только желание, но и условия для воплощения задуманного. Эти две темы стали центральными в выступлениях спикеров форума. Мы вновь в этом году, вот буквально вчера, позавчера, отправили на федеральный уровень заявку для того, чтобы 12 добровольческих центров муниципальных в нашем крае были оснащены всем необходимым для работы добровольцев. Это очень важно, когда создаются условия. Будут лучшие условия, движение продолжит набирать обороты. Сегодня к определенным видам волонтерства привлечь внимание помогают специальные ярмарки. Вообще, мне нравится область волонтеров-медиков. И здесь они присутствуют, они обучают многому, потому что в прошлом году, когда я приезжала на этот же форум, меня обучили многому. Я развила свой проект «Скорая помощь» и обучаю малышей, как первую помощь оказать. А у стенда «Доброй воли» можно познать секрет быстрого приготовления картошки. У волонтеров Академии спорта стать участником авторской игры, помогающей профориентироваться. Изучите это, интересно, попробовать это, чтобы хотя бы направление было у человека, понимание вообще, куда дальше двигаться. Потому что сейчас вот девочки подходили, говорят, юристы, понятия не имеем, зачем туда поступили. Медик отчислился. Также на форуме прошли защиты волонтерских проектов и мастер-классы по изготовлению маскировочных сетей, амулетов. Участие в добровольческих инициативах, говорят организаторы фестиваля, хороший шанс попробовать свои силы в разных сферах жизни и одновременно протянуть руку помощи нуждающимся. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.